створювати факти. Ти жартома підпорядковувати собі події людей. Вигада – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрый вечер, уважаемые телезрители, и в эфире программа «В деталях», и я ее ведущий Андрей Острев и Игорь Пох. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем идти по следам мэра и по следам его слов о том, что портовая индустрия Николаева – это будет тот волшебный ключик, который принесет благополучие, достаток и рабочие места в наш город и каждому жителю конкретно. И для этого мы подготовили следующий сюжет. Порти Миколаєва відіграють все більшу роль в економіці міста тепер, коли суднобудівні заводи на межі існування, розвиток саме портового господарства – той стратегічний напрямок, на який треба звернути ретельну увагу, вважає міський голова Олександр Сінкевич. Це дійсно розвивається у нас портова інфраструктура. Действительно, перевалка через Николаевские порты ежегодно увеличивается. На это мы влиять, ну, в общем, как городские власти не можем. Мы можем только, скажем, сотрудничать с ними в сфере того, чтобы меньше убивались наши николаевские дороги. У 2013 році відбулася реформа, яка торкнулася безпосередньо портів України. Далі говоритимемо на прикладі нашого міста. Тут функціонували кілька потужних підприємств, які займалися перевалкою всіляких вантажів. Кожна мала окрему юридичну адресу. Тепер портове господарство розподіляється за місцем розташування. В Миколаєві є два морських порти – Миколаївський морський порт та спеціалізований порт Октябрьськ, на території яких працюють так звані портові оператори – приватні підприємства. В Морпорту це Бунге, Евері, ArcelorMittal тощо. Після підписання постанови Кабінету міністрів за географічною ознакою війде ще Нібулон до Октябрьська, Океан та Нікатера. А є ще підприємства, які входять до адміністрації річкових портів України. В Миколаєві перевантажують зернові і технічні культури – олію, добрива, хімію, метал та вугілля. З кожним роком обсяги перевалки збільшуються. І за останніми даними, ми наздоганяємо Одесу. Близько 25 мільйонів тонн щорічно проходить через місцеві термінали. Сьогодні в Києві заговорили про те, аби вивести зі списку підприємств, які не підлягають приватизації, обидва миколаївських морських порти. Народний депутат України Артем Ільюк в ефірі парламентського телеканалу «Рада» висловив свою позицію з цього приводу. Він вважає, що приватизувати успішно працюючі підприємства немає сенсу. Я противник сьогоднішньої приватизації, тому що нам це пропонують як таблетку спасіння і панацея від всіх бід, але з таким правительством, яке сьогодні є, ми знаємо, що ці гроші просто пройдяться або будуть роздерибанені, і Україна просто не отримає того результату. Недавно було прийнято рішення, де самі портовики готові взяти в оренду колективом це підприємство і показати, що дійсно вони можуть приносити і далі прибуль і розвиватися, тільки потрібні определені вложення. Але тут найголовніший питання, що сьогодні цим підприємствам не треба допомагати, їм треба просто не мішати. И сегодня для того, чтобы разобраться, что же у нас происходит с портами, действительно ли мы с портами, прошу прощения, и действительно ли мы сможем трудоустроить наше население, принести какие-то блага, мы пригласили человека, который всю жизнь связан с портовой деятельностью и является народным депутатом Украины, это Борис Юрьевич Козырь. Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, давайте начнем сразу по сюжету. На прошлой неделе рассматривался вопрос о возможной приватизации. Давайте с нее и начнем. Что это за приватизация? Как вы считаете, принесет ли она пользу или наоборот нанесет вред? Как бы вы прокомментировали? Ну, прежде чем говорить о приватизации, я бы, наверное, телезрителям объяснил, что произошло в морской отрасли за последние несколько лет. Да, если вот. Можно, пожалуйста. И о чем говорит приватизация, что мы готовы приватизировать. Итак, в 2013 году у нас прошла реформа морской отрасли. Был принят закон о морских портах Украины. Значит, основная идея этого порта – это разделение административных функций и хозяйственных. То есть раньше порт – это было географическое понятие. Это было одно юрлицо.
Это был субъект хозяйствования, он выполнял несколько функций. Он выполнял и административные функции, и хозяйственные функции, и функции надзора и так далее. На сегодняшний день, после реформы, мы разделили функции отдельно, административные функции и хозяйственные функции. То имущество, которое является стратегическим, оно отошло в администрацию морских портов Украины, которое не является, стратегическим, не подлежащим приватизации, и которое себе объединило все стратегические объекты недвижимости. И отдельно это хозяйственная деятельность, которая отошла к бывшим ГП, на сегодняшний день это тоже ГП, там Николаевский порт, Октябрьский порт, это организация, которая занимается хозяйственной деятельностью, и на балансе этого предприятия находится все имущество, которое связано непосредственно с хозяйственной деятельностью. Так вот, вопросы приватизации, коммерциализации портов как раз связаны с предприятиями, которые занимаются хозяйственной деятельностью. Приватизация предприятия АМПУ, которое занимается административными функциями, приватизации не подлежит. Вот отлично, что вы затронули тему МПУ. Мы, как всегда, собираем наши вопросы гостю через сеть Facebook. И среди прочего, Игорь Воронцов вас спрашивает: а МПУ, какие плюсы и минусы этого образования? И может быть, стоит от него отказаться, или наоборот, это имеет место быть и единственный возможный сейчас вариант? Что это такое и какие плюсы и минусы такого объединения портового? Ну, прежде всего, администрация морских портов Украины – это орган, который отвечает, прежде всего, за обеспечение безопасности, который… Безопасности чего? Безопасность судоходства в акваториях. АМПУ – это предприятие, которое генерирует себе все портовые сборы. Вот. И благодаря такой интеграции ресурса мы можем позволить себе делать очень важные инфраструктурные проекты. Имеется в виду в масштабах страны в целом, безусловно. Да, то есть, если я вас правильно понял, то есть это как такой себе центральный орган, который, согласно своему плану, финансирует определенный порт согласно там какой-то очередности, да, или необходимости. Есть план развития каждого порта. Вот по поводу плана развития порта. Очень много вопросов было связано с дноуглубительными работами. Честно говоря, я не смог понять, что там конкретно, кто что хочет и для чего это нужно. И вот, думаю, вам как специалисту адресую этот вопрос. Что такое дноуглубительные работы? Нужны ли они нам? Что они нам принесут или чего они нам сейчас не дают? Что это вообще такое? Ну, надо начать с того, что все порты находятся в конкурентной борьбе друг с другом. Например, Николаевский регион всю жизнь конкурировал с Одесским регионом и продолжает конкурировать. Мы знаем, что рядом находится порт Южный, в котором глубина составляет порядка 21 метра, в Одесском порту порядка 15 метров, а в Николаевском порту 10,3 проходная осадка, это 11,2 метра. Для того, чтобы мы конкурировали с портами Большой Одессы, нам необходимо, чтобы к нам заходили большие тоннажные суда, крупнотоннажные суда. Да, крупнотоннажные суда. Для этого необходимо провести, как есть одно из предположений, дноуглубительные работы на нашем Буско-Днепровско-Лиманском канале. Для этого в прошлом году было мною инициировано заседание Комитета Верховной Рады по транспорту в городе Николаеве, на котором поднимался вопрос о дноуглублении БДЛК, о его реконструкции с целью выравнивания справедливой конкурентной среды вместе с Одессой. Вот. Поэтому одно из решений комитета было как раз и разработать технико-экономическое обоснование для дальнейшего, для возможного дноуглубления. И какая сейчас судьба этого проекта? На сегодняшний день этим вопросом занимается филиал АМПУ «Дельта Лосман», который на сегодняшний день уже находится на финальной стадии написания этого ТЭО. Понятно. Борис Юрьевич, ну, смотрите. По поводу дноуглубления и, так сказать, составления конкуренции другим портам. Вот журнал Forbes Украина в статье от 29 марта этого года пишет: в начале февраля компании Bunge и Nobel
это крупнейшие инвесторы в нашем морском порте Николаевском, заявили о намерении подать в Европейский суд на администрацию Николаевского порта из-за завышения выставленных счетов по портовым сборам. Кабинет министров Украины решил привязать сборы, которые платят стивидоры, к их грузообороту, и самые крупные игроки возмутились. Компании платят по договорам сервитута, и взимать двойной платеж, по их мнению, нечестно. Например, генеральный директор Бунге Украины Дмитрий Горшунов, или Горшунов, не знаю, как правильно, утверждает, что дополнительные платежи в ТЭО проекта не закладывались, и компании платят по договорам сервитута в соответствии с законом, и увеличение этих платежей в разы вызывает серьезную озабоченность инвестора. Алексей Водотурский, всем нам известный, говорит, что Николаевский порт самый дорогой порт в мире по судозаходам. Слова о дороговизне порта Николаевского подтверждают и другие стивидоры. Они напоминают, что в Николаеве, по сравнению с другими портами, есть еще и очень высокий канальный сбор из-за того, что порт расположен на левом берегу Южного Буга. Вот, что вы можете на этот счет сказать? Хочу подтвердить слова Андрея Водотурского, что так и есть. Алексей Водотурский, совершенно верно. Наши порты являются порты, в которых платится самая высокая плата портовых сборов. Если говорить за Николаев, то из-за канала мы платим на 2 доллара еще дороже. Это проблема Николаева, которую мы пытаемся решить. Каким образом? Есть два варианта решения. Угу. Либо мы понижаем плату за прохождение канала, которую на сегодняшний день в 3 раза превышает те параметры, которые должны быть. А кто ее устанавливает, эту плату вообще? Дело в том, что портовые сборы – это плата за услугу обеспечения безопасности. Uh-huh. Она рассчитывается от себестоимости. Uh-huh. То есть, фактически, если мы говорим за канальный сбор, uh-huh. то мы должны собирать ровно столько сборов, сколько необходимо вложить в канал, чтобы он соответствовал эксплуатационным глубинам, uh-huh. своим эксплуатационным своим характеристикам. Так вот, на сегодняшний день мы платим, пароходы, которые заходят в наш порт, платят в 3 раза больше канальный сбор, чем должны платить, чем попадает непосредственно в углубление. По логике канала. Вещей получается, что если у нас будут проводиться дополнительные дноуглубительные работы, себестоимость еще больше вырастет. Вот, так вот, я теперь подводим ко второму варианту. Либо мы понижаем сейчас портовый сбор, канальный сбор, либо мы за те деньги, которые у нас остаются, будем проводить углубительные работы и увеличивать проходные характеристики канала. Чтобы больше судов заходило. А как вы считаете, какой из вариантов лучше и какой более возможен в реализации? Ну, на первый взгляд, конечно, лучше углублять. Но здесь есть вещи, которые касаются экологических норм. Ага. Для того, чтобы увеличить канал, если мы увеличим канал, то специалисты должны сказать, надо ли нам его увеличивать в ширину. Это первое. Если мы его углубим, то мы сечение воды просто увеличиваем, площадь сечения. А если площадь сечения мы увеличиваем, значит морская вода зайдет выше по Бугу. Нанесет ли это ущерб экосистеме или нет? Вот эти все вопросы как раз должен разработать тот ТЭО, о котором я говорил. Понятно. Я предлагаю перейти к земному обсуждению. Вот смотрите, у нас действительно Николаев и Одесса в портовой индустрии, собственно говоря, такие вот как бы конкуренты, да. И вот я о чем хотел поговорить. Вот грузооборот, когда мы с вами общались, вы рассказывали о том, что грузообороты приблизительно равны у нас, да, между Одессой и Николаевым. И вместе с тем хочется отметить вот что. Смотрите, ведь сам грузооборот, это, конечно, здорово. Ну, то есть, я так понимаю, что услуги по обслуживанию этого количества грузов, они, собственно говоря, оплачиваются и в результате все-таки оседают, попадают каким-то образом в бюджет и касаются каждого. И вместе с тем, например, есть принципиальная разница между тем, что завозится в Николаев и что завозится в Одессу. Например, благодаря работе Одесского порта торгового, да, функционирует такой рынок 7-й километр, история которого начиналась буквально с ряда из газеток. А мы возим, ну, какие-то грузы, которые в интересах прочих компаний, да, вот, грубо говоря. То есть реализация привезенных грузов не происходит на территории Николаева. А ведь если подойти к такому вопросу следующим образом,
что мы будем, например, возить товары широкого потребления, да, то мы можем здесь построить какие-то рынки национального значения, возможно, транснационального значения. Что вы по этому поводу думаете? На сегодняшний день вы отчасти правы касательно контейнеров. Да, действительно, контейнера к нам не заходят. Не заходят, потому что у нас нет глубин. Контейнеровозы, как правило, это большие суда, которым нужна, скажем так, глубокая вода. Uh-huh. А, к сожалению, в Николаеве этого нету. Все остальные грузы, uh-huh. и руда, и уголь, и металл, и зерно, все представлены в Николаеве, также, ровно так же, как представлены в Одессе. Uh-huh. Вот. Николаев выигрывает за счет того, что Николаев является по наземной логистике более выгоден, чем Одесса. То есть, если я правильно понимаю, это у нас длина побережья, которую мы можем задействовать под портовую инфраструктуру, больше, а в Одессе она уже закончилась, собственно говоря. Нет, не об этом. Ага. Логистика, наземная логистика транспортировки грузов в порты в Николаев дешевле, чем в Одессу. Ага. Это первый момент. А второй момент, что вы правильно говорите, что Николаевский регион, имеет больше потенциал для развития, чем Одесса. Ага. Одесский порт, он прижат городом. Ага. И вы знаете проект карантинного мола, который строится совместно с немецкой компанией, они уже построили терминал, врезанный в море непосредственно, в воду. Uh-huh. В Николаево это делать не надо. В Николаеве очень большая акватория. У нас есть еще места, где мы можем развиваться. Это, прежде всего, является часть вокруг порта Октябрьский. Это Никотера, это в Евронешторг, это сам порт Октябрьский, ну и территория до глиноземного завода. А ЧСЗ? Вот перевалочные пункты на ЧСЗ? Да, ЧСЗ тоже. ЧСЗ, абсолютно верно. ЧСЗ находится фактически в акватории Николаевского порта, который тоже на сегодняшний день должен называться как в русле увеличения стивидорной деятельности. Угу. Теперь давайте попробуем все-таки перейти для наших зрителей, перейти в такое русло. Вот смотрите, все в принципе очень неплохо, то есть мы слышим о том, что мы можем многое, да? Вы сейчас как человек, который обладает законодательной инициативой, и вы можете видеть ситуацию, грубо говоря, и с очень высокого уровня. Вот скажите, насколько реально и через какое время, чтобы наша портовая индустрия действительно сделала город наш богаче и как одного из самых серьезных игроков на этом рынке? Ну, нашим зрителям сколько ждать? Ну, могу сказать, что, в принципе, у нас процесс развития портовой индустрии идет. Идет, он начался идти с 2009 года, когда был коммерциализирован Николаевский морской торговый порт. У нас появились частные операторы уже тогда. Uh-huh. Вот. И на сегодняшний день эта тенденция продолжается. Конечно же, у нас есть множество проблем и вопросов. Это связано с законодательством и земельным, с невыполнением закона о морских портах. Это связано с невозможностью на сегодняшний день передавать предприятия в концессию, связанные с отсутствием фактически того закона, благодаря которому мы сможем передавать концессию. И вот недавно был круглый стол в Верховной Раде, инициированный Министерством экономики, и на нем обсуждалось как раз вот эти вот проблемные вопросы коммерциализации и приватизации портовой деятельности. И на нем было четко сказано, что одним из самых успешных форм государственно-частного партнерства является концессия. Ага. Но, к сожалению, по причинам, которые я только что сказал, концессия может заработать в нашей стране минимум через 3 года. Почему? Потому что фонд Эшмайна, который является инициатором закона о концессии, сказал, что сейчас создана группа специалистов, экспертов, которые до конца года только разработают законопроект. Ага. Затем они его, естественно, передадут в Верховную Раду, и мы год его будем принимать, потому что вопрос такой достаточно очень реформаторский, ага. такой, где-то он конфликтует с другими законами, то есть это такой серьезный законопроект, который мы должны, я думаю, в течение года принять. Ага. Затем пойдет имплементация этого закона, год минимум. Ага. То есть мы применение, в смысле. Да, ага. да, имплементация, да, изменение подзаконных актов, постановления ага. Комитета министров и так далее. Ага. Вот. И в течение вот, минимум 3 года мы должны ждать Uh-huh. концессионного законодательства. На сегодняшний день у нас есть одна форма,
которая успешно работает в наших портах. Это форма аренды. И многие говорят, что аренда не позволяет инвестировать. Это неправда. Пример Бунги. Это было государственное предприятие, государственное имущество было взято в аренду. Через неотъемлемые улучшения был построен гигантский и терминал, и завод. И это есть примером, как необходимо развивать нашу отрасль в сегодняшних условиях. Вы занимаетесь сами привлечением таких компаний, как Бунги, для того, чтобы они тоже вот так, хотя бы в такой способ развивались на территории Николаевича? Скажу откровенно, очень много предприятий, которые хотят развиваться. Очень много предприятий, связанные и с зерновым направлением, и с масличным, потому что на сегодняшний день наш порт, благодаря терминалам «Укрпищесбитсырье», благодаря компании «Эвери», благодаря компании «Бунги», стал масляным хабом. И это очень приятно, потому что львиную долю грузопотоков мы перетянули с портов Большой Одессы в Николаевский регион. Но вот эти, Борис Юрьевич, вот эти компании, которые хотят развиваться, как вы говорите, да, они пытаются привлекать иностранных инвесторов, либо они своими силами, украинскими деньгами пытаются развиваться? К сожалению, на сегодняшний день очень сложно получить финансирование наше украинское, финансирование украинских банков. И поэтому, конечно же, эти компании привлекают иностранные инвестиции. Во всяком случае, пытаются. Да? Пытаются. Но Бунги – это чистые деньги американской компании. Нобель – это деньги Китая и так далее, и так далее. Конечно, мы пытаемся, но, к сожалению, у нас сейчас такое состояние экономики, что денег просто свободных нет. Ясно. Спасибо. И, ну, в общем, я так понимаю, что эта тема достаточно емкая, и если мы подытожим вкратце, что сказано, то у нас есть какой-то трехгодичный план, который может принести нам значительный прорыв в развитии портовой инфраструктуры, если я вас правильно понял, да, а на сегодняшний момент мы работаем с тем, что, чем работаем. И с этим... Немножко не так. Ага. Мы говорим за три года в рамках концессии, да. А в рамках аренды мы должны идти вперед, и мы идем вперед. То есть радостная новость, что все-таки порты действительно, мэр нас не обманул, и Борис Юрьевич нам подтвердил, что все-таки порты — это наше пока все. Коль мы нового ничего не придумали. И я не могу не задать вопросы, которые мне написали пользователи, как народному депутату. То есть вы не только специалист, но вы народный депутат, человек, которого мы наделили властью и хотим, чтобы вы нас привели в какое-то очень, очень светлое будущее. И следующие вопросы. Офшорный скандал знаменитый, который сейчас протекает, и к вам вопрос. А есть ли у вас офшорная компания? Это анонимный вопрос, не да, могу озвучить автора. У меня офшорной компании нету, к счастью или к сожалению. Но я хочу вам сказать, что на самом деле, вот опять-таки возвращаясь к инвестированию в украинскую экономику, на сегодняшний день ни один большой инфраструктурный объект не финансируется на 100% от украинских денег. Он финансируется благодаря иностранным инвестициям. Прямых инвестиций получить очень-очень сложно. Их практически невозможно, потому что у нас немножко не соответствует прозрачность компаний по нашему законодательству и прозрачность по законодательству иностранных государств. Поэтому для того, чтобы получить финансирование, предприятие открывает дочернюю компанию за границей, и на нее уже получают деньги. Структурируют полностью всю отчетность, показывают европейским партнерам, что вот мы прозрачны для вас, мы понятны, и тогда они рассматривают вопросы о финансировании. Поэтому вот здесь я считаю, что вот в этом офшорном скандале здесь больше манипуляций и неразъяснения людям, что на самом деле происходит. Понятно. Значит, я буду задавать все вопросы, но коль я пообещал их задать, Максим Невенчиной спрашивает у вас, кто лучший руководитель местной партии, Бирюков или Ватодурский? Я не знаю, зачем вызван этот вопрос и почему к вам, но он задал, мы обязаны его зачитать. Как вы считаете, я бы перефразирую этот вопрос, как вы считаете, с появлением Юрия Бирюкова Николаевская партийная ячейка, областная организация получит новый виток развития или кардинально ничего не поменяется? Я вам скажу больше, уже мы начали чувствовать плечо Юрия Бирюкова. Я считаю, что Юрий Бирюков однозначно на должности главы областной организации БПП выглядит более предпочтительно, конечно.
Понятно, спасибо. Значит так, по МПУ мы разобрались с вами по плюсам и минусам. И по традиции мы даем буквально одну минуту, у нас программа осталась, вам обратиться к зрителям. И среди прочего остался неотвеченный вопрос по поводу вашего помощника Геннадия Николенко. Если можно, вот тоже вкратце этот вопрос осветите, пожалуйста. Ну, прежде всего, по поводу Николенко могу сказать буквально несколько слов. Это человек, которого я знаю уже лет 10. Это является действительно профессиональным человеком. Так получилось, что он как раз оказался в то время, когда произошла революция достоинства. Я считаю, что благодаря, в том числе и его действиям, мы не допустили здесь ни Славянска, ни Донецка. Вот. Поэтому я считаю, что все разговоры касательно Геннадия Николенко вы можете задавать непосредственно мне. Я могу организовать встречу с ним, и вы поймете, что этот человек является настоящим патриотом нашего края. Вот. И, конечно же, хотел бы обратиться к телезрителям, сказать, что мы живем в очень сложное время. И я бы предложил бы уже не разбрасывать камни, а их уже собирать. Давайте объединяться, давайте развивать наш край. И наш край будет одним из лучших регионов нашей страны. Спасибо вам большое за такие слова. И я воспользуюсь вашими словами. И мы, в случае, если мы получим резонанс по тематике Геннадия Николенко, мы вас обоих пригласим, и если в этом будет такая необходимость, и зрители сочтут нужным, ну, как бы вот слово брошено, записано, поэтому тут уже не откажешься. Итак, уважаемые телезрители, спасибо вам за то, что были с нами. С вами была программа «В деталях», я ее ведущий Андрей Острев и Игорь Пох. Мы с вами прощаемся до следующей недели. Смотрите нас каждую пятницу в 21:00. Спасибо.